Здравствуйте. Продолжаем распаковывать товары для магазина F-магазин. Сегодня рассмотрим, распакуем, пощупаем, взвесим приманку фирмы Усами Fuji Jerk. Вот такая вот приманка поставляется в пластиковой коробочке. Так, чем заинтересовало? Во-первых, слово Jerk. То есть у джеркбейта у меня есть, это сравнительно небольшая по сравнению с ними, то есть 125 миллиметров тонущая, безлопастная приманка. Ну, наверное, это свимбейт все-таки, наверное, не джерк. Но, с другой стороны, название как бы нас подводит к тому, что это рывковая приманка. Даже, скорее всего, да, не твичинг, а джерк, то есть будут для сильных рывков. Что можно, какую информацию можем получить, рассматривая коробку? Во-первых, удивило то, что, судя по крайней мере по упаковке, фирма японская, а цена приманки совсем небольшая для таких размеров, для такой, для такого качества изготовления, потому что приманка выполнена очень аккуратно. Так, заявлено, что в этой серии 5 разных размеров приманок от 75 до 150 миллиметров, то есть 75, 90, 110, 125, 150 миллиметров. Мне попалось вот такой раскраски, таких размеров. Вообще, если были бы других размеров, я бы, наверное, тоже взял за такую цену, потому что цена очень привлекательная, качество отличное. Так, модель весит 45 грамм при 125 миллиметрах. То есть для лайт-джерка вполне подходит по размерам. И глубина заявлена от 2 до 3,5 метров. То есть достаточно быстро тонущая приманка. То есть приманка в разрезе указана, что у нее грузики расположены в двух полостях. Шариков не нарисовано. То есть она похожа, что... Тихо, сейчас посмотрим, посмотрим. Так, и крючки заявлены Овнер. Так, и, говорю, удивляет, цена небольшая совсем, но приманка, судя по всему, японская. Иероглифы и там японские используются. Так, откроем коробочку. Очень качественная коробка. Самопроизвольно нигде не откроется. Тут ее и так-то достать довольно тяжело самому. Так, добыл. Так. Так, крючки морской серии, то есть они хромированные. При таких размерах больших очень острые. Так, заводные кольца качественные, плоские. Вот такие разогнуть вообще никаких сил не хватит. Так, здесь немножко краски на переднем кольце, но все вроде довольно хорошо прокрашено. Так, голографические глазки выразительные. Такая увесистая монолитная пулька. Шариков нет, но в передней части грузик, ну вообще грузики не зафиксированы до конца, то есть они в своих пазах немножко погромыхивают. Не знаю, как это будет слышно при проводке, вряд ли, конечно. И в качестве системы дальнего заброса они тоже не работают. Но тут, блин, 42 грамма, так очень увесисто в руках держать. Так, снизу написана модель приманки Fuji Jerk 125S. Сверху написано фирма Усами. Так, ну, я думаю, что резинка на вес особо сильно не добавит, поэтому будем взвешивать прям как она есть, потому что я потом в коробку уберу, все-таки еще не сезон. В коробку с приманками она попадет уже ближе, наверное, к разрешенному времени ловли на спиннинг. Так, берем весы. Так, производителем 45 грамм заявлено, поэтому посмотрим. Что-то я давненько такой вес на весы не клал.
44,1 у меня показывает, с учетом даже резинки. 44,1, да. Чуть меньше, чем заявлено, но не страшно. То есть достаточно точно вес указан. Хотелось бы все-таки других цветов приманки увидеть в магазине. Если такая же цена будет, пожалуй, стоило бы купить других размеров. Вот здесь на картинке видно, что 90S есть, 100S и, видимо, там, наверное, 150S. Так, и цвета эти есть достаточно блестящие, то есть морской окраски, вот мне бы очень пригодилось бы. Тот, который взял, хорошо для нашей щуки должен пойти, а вот цветные блестящие хотелось бы иметь, вот собираюсь в отпуск на море, чтобы они под рукой у меня были. Крючки достаточно мощные, может быть, удалось бы хищника морского крупного соблазнить. Ну, будем ловить на то, что есть, и ту, что рыбу, ту, что есть, то есть щуку нашу. Так. Итак, вот такая вот замечательная приманка, на мой взгляд. Очень заинтересовала, понравилось, как сделано, да еще и японская. Пожалуй, будет возможность купить, если еще подобные, то обязательно куплю. Большое спасибо, до свидания.